Пакет хочу послать я срочный, заклею, побегу на почту, слова любви сказать хочу, возьму бумагу, настрочу, хочу поздравить свою маму, несу на почту телеграмму, и разговор я заказать, могу, чтоб новость рассказать, посылки детям отправляем, подписку там же оформляем, вас всех в день ваш, почтовики, благословляют старики, а также взрослые и дети, как жить без почты на планете, и правда, без почты никуда, и эту нехватку в течение 3 месяцев ощущали жители района станции и вокзала, когда местное почтовое отделение было закрыто на капитальный ремонт. К великой радости он уже подошел к концу. Обновленное отделение вновь открывает свои двери для всех желающих. Сегодня у нас очень большой праздник, Всемирный день почты и открытие после капитального ремонта нашего отделения. Мы очень рады и ждем всех клиентов в наше отделение. Я уверена, вы его не узнаете. Добро пожаловать! На суше, в воздухе и в море вас почта с радостью найдет, чтобы передать привет от Бори, Наташи, Маши, Оли, Коли и ваш ответ отправить в срок. Журнал, посылку и газету совсем нетрудно заказать. Стучитесь, почтальоны, в двери. Мы с радостью вас ждем опять. А работники почтового отделения Артемовский 2 уже дождались своих первых посетителей. Но сначала торжественное открытие, в котором приняла участие глава администрации Артемовского городского округа Татьяна Поздняк. Конечно. Наталья Александровна, будьте клочочек тоже отрезать. Обязательно. Обязательно. Так, Наталья Александровна. Обязательно. Побольше мы же все-таки нам работать. Новые полочки, столы, стены, пол, оборудование – все это радует глаз абсолютно всех. Но для жителей района в первую очередь важно то, чтобы отделение продолжало свою работу и не закрывалось. Мы очень довольны, что у нас открылось новое такое очень красивое здание почты, где оно обслуживает нас столько лет. Сейчас прошла такая реконструкция в современном стиле. Все очень замечательно, все нам очень нравится, мы очень счастливы. И довольны. А вот как оценивает ремонт почтового отделения начальник Алапаевского почтового отделения Почты России Ирина Доронина. Ведь работать в таких условиях, какие созданы сейчас, одно удовольствие. Очень приятно, что в день праздника Всемирной дня почты у нас происходит открытие нового отремонтированного отделения почтовой связи, которое сегодня распахнет двери для всех жителей микрорайона, вокзала и всех жителей города Артемовского. Отделение было отремонтировано в корпоративном стиле. Ремонт шел у нас около 3 месяцев. И поэтому сегодня вы увидите, какое здание красивое, какое помещение, какие девочки красивые. И думаю, что оцените все наши новые виды услуг и будете приходить к нам и радовать нас своим посещением. А закончить этот сюжет хочется стихами. В сильнейшие ливни и лютый мороз к нам почта приходит, не ведая слез. Идут почтальоны, газеты несут, и добрые вести от милых нам шлют. Трудна их работа, успеть точно в срок и в ящик почтовый закинуть письмо. Так пусть же вам солнце сияет светло, и ваша работа дается легко. Почте России! Ура!